Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 24 июня. 5 минут назад, в 10:53, у нас в Одессе началась воздушная тревога. Сообщают, что очень высокая угроза ракетного удара. На данный момент в городе тихо. Никаких взрывов не слышно. За область тоже ничего не сообщают. Вот. Появилась информация о том, что в Николаеве сегодня утром было громко. Сообщают, что в районе 7 утра Россия снова нанесла ракетный удар по городу. Но, вероятнее всего, сработало ПВО. В некоторых районах видели столб дыма и слышно было сильные взрывы. По поводу прилета по Николаеву не сообщают. Значит, скорее всего, сработало ПВО. Ладно, друзья, подписывайтесь обязательно на канал. Я на связи. Только будет появляться какая-то информация, буду сообщать. До встречи в новых видео. Всем пока.